Всем привет, друзья! Сегодня будем разгадывать головоломку. Ха, я не знаю, как она называется. Посмотрите. Здесь вроде как какой-то то ли крест, то ли самолет. Вот, наверное, так ее можно и назвать. А, здесь есть два кольца. А, снять необходимо одно. Вот это вот кольцо. И вот такой механизм. Видите, ну, здесь вот, видите, есть вот проем. То есть через него можно что-то там просунуть. А именно кольцо. Итак, какие идеи, друзья? Вот именно, смотрите, она сюда падает. И здесь, конечно, вот это мешает. Эти части, крылья этого самолета мешают ей пролезть. Конечно же, потому что это было бы очень легко. Итак, пробуем. Пробуем что? Во-первых, хочу попробовать просунуть через этот проем, потому что мне кажется, что он неспроста здесь. Так. Как? Ну, типа вот так, я думаю, смотрите. Скручиваем, эти ставим вот так вот. Вот оно. Опа. Просунул. Так, дальше. Дальше оно как вроде как застряло. Хотя нет, смотрите. Опа. Проехалось. Сюда. О! Классно. Ха, достаточно легко. Так, давайте теперь ее соберем. Получится ли у меня ее собрать? Фу, ну да, это не особо такая сложная головоломка. Чисто поломать мозг около, ну не знаю, сколько у нас минуты. Так, оделась. Какое кольцо? Вот это. Теперь сюда, сюда. О, нет, я снял. Так. Да, головоломки необходимо разгадывать, не просто их взять и разобрать, а взять потом еще и собрать. Видите, она может еще, кстати, вот через эти кольца что-то не проходит уже. Почему? В чем секрет? Ну, если кто-то собрал, так, где она? Где мое колечко? Вот, вот оно, вот оно. Теперь его сюда. Так, вот это же нельзя отрывать, правильно? Как-то вот здесь надо закрутить. Посмотрите, собрать оказывается сложнее, чем разобрать. Я понимаю, что нужно сейчас поднять. Нужно, конечно, поднять, да, но как? О, типа вот так, да? Ну, сейчас посмотрим, не разберется ли она. А здесь опять эти колечко мешают. Так, ну пробуем. Через одно, через второе. Так, и что у нас получилось? Смотрите, что-то не то. Ого, не в ту сторону я, наверное, поехал. Посмотрите. Вы же помните, что да, что было изначально? Почему это кольцо вот это? Вот так что ли? О, смотрите, получилось. Разгадалась, мне кажется, одним движением, а собралась уже двумя. Итак, друзья, сегодня такая, как оказалось, легкая головоломка. Быстро я ее разгадал. Кстати, а вы на какой минуте разгадали? Стало ли вам понятно, вот в таком положении, понятно ли вам, как вот ее разгадывать? Конечно, я понимаю, что их лучше в руках держать и крутить, но все же. И давайте дадим ей какое-то название. Напишите, пожалуйста, комментарий. Я свое, кстати, напишу. И давайте лайкать название. Определим, какое, как ее правильно назвать. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!